Девчонки, всем привет! Приветствую вас на своем канале вязания с Татьяной. И сегодня я с вами Татьяна, канала вязания и не только. Сегодня воскресенье, хочу вас еще раз поприветствовать с нашим таким вот выходным днем. И в сегодняшнем видео я хочу показать свои покупочки. Ненадолго меня хватило, я говорила в предыдущих покупках, что пряжу больше покупать вроде как не планирую. Но, тем не менее, как говорится, не зарекайся. В общем, меня не хватило надолго. Мы вчера с Кирой пошли погулять в субботу. И пока шли, увидели случайно, естественно, магазинчик пряжи. Там мы еще не были. Обычный магазин, никакой не торговый центр. Обычный магазин на минус первом этаже. Пряжа и так далее. Ну и зашли. Ну, естественно, мы там провели продолжительное время. И как же уйти без пряжи из пряжного магазина? На самом деле, находясь в том магазине, я вспомнила, что мне заказали шапку вчера, а цвета такого под шапку у меня нет. И совсем немножечко я купила, и сейчас я вам покажу. Почему вообще я купила данную пряжу? Потому что я из такой пряжи не вязала. Мне интересно ее попробовать, да, и очень интересно понять, как она все-таки будет в деле и в износостойкости. Итак, если вам интересно посмотреть на мои покупочки, то оставайтесь со мной, девчонки. Первое то, что хочу показать, это вот такая пряжа меланжевая, Мадам Трикот, да. Я из нее еще не вязала. Мадам Трикот, Батик Дизайн. Вот такая секционка. Значит, Мадам Трикот, Мерина Голд. Вот именно эту расцветку у меня выбрала моя Кира. Мы были с ней. И она говорит, хочу такую кофту по подобию джемпера Абрикосик. То есть будет обычный джемпер, связан как наволочка. Вот такой вот секционкой. Я буду вязать на спицах, наверное, на троечке данный джемпер. И свяжется у меня вот такой вот джемпер. По составу, ну, это производитель Турция. По составу, значит, 30% мериносовой шерсти и 70% девочки акрила. Очень она мягкая, не колется совершенно. Очень приятная и красивая расцветка. Кира у меня маялась, там было несколько расцветок. И Кира маялась, какую же ей выбрать расцветку для своей кофточки. Значит, рекомендованные спицы 4-4,5. В 100 граммах, девчонки, 400 метров. Я думаю, что вот такой вот секционное окрашивание будет очень хорошо смотреться в готовом джемпере, в готовом изделии. Я у нас вообще не встречала Мадам Трикот. В скольких вот я торговых центрах была. Даже вот заказываю через интернет-магазин. Мадам Трикот я не видела, не встречала. Вот такая вот Мерина Голд. Красивая пряжа. Очень приятная к телу, да, то есть тактильное ощущение очень хорошее, очень приятное. Я надеюсь, что пряжа эта качественная, скатываться не будет. И будет такой веселый у меня у Кирочки джемпер. Но остается мне его только когда-нибудь связать. Но обязательно я это сделаю, не в этом сезоне, так в следующем. Я до него, конечно же, доберусь, девчонки. Вот таких два моточка. Мне хватит ей на джемпер в одну ниточку. 400 метров хороший метраж. Я знаю, по себе вязала, да. То есть на основное полотно, наперед и на спинку уходит один моток. Пусть метраж будет, там у меня и был 500 грамм. И на рукавчике немножечко ушло. То есть вот этого вполне хватит на кофточку, девчонки. Вот, вот такая прелесть. Цвет это номер 800. Очень красивые, яркие цвета. От светлого молочного, потом светлый розовый, темнее розовый.
переходящий в небесный, бирюзовый. Очень красивая намотка. Очень красивый джемпер должен быть. Ну и по составу достаточно, я думаю, будет теплый, потому что в составе идет мерина, да, то есть шерсть мериноса. Вот. Значит, что еще я взяла? Вот два вот таких мака. Это также, девчонки, мадам Трикот по составу альпака голд. Да, то есть если вот эта вот пряжа идет тоненькая нитка, видите какая? Вот эта нитка, она уже не тонкая. Она уже достаточно такая вот хорошая, как Ализе Лана Голд. Она по размеру, да. Наверное, тут на спицах номер 5. Посмотрим сейчас, что рекомендуют. Очень такая. Вот именно вот эту пряжу я взяла на заказ. Мне заказали шапку. Мы подобрали с Кирой цвет, потому что она хотела светлый тона, ну, заказчица. И мы ей подобрали вот таких два мотка. Мне показалось, одного мотка будет мало на шапку с подворотом и с косами. Да? Поэтому я взяла два моточка. Я не пробовала. Мне очень интересно, мадам Трикот, попробовать во всяких ее составах. То есть тут в 100 граммах 120 метров. По составу, значит, 20% шерсти альпака, 20% шерсти и 60% акрила, девочки. Вот, тут даже рекомендованные спицы 6,5-7. Такая хорошая рекомендована толщина спиц. Я не знаю, посмотрю, на чем я начну. Наверное, резинку провяжу отворотно 4,5. А дальше потом перейду, наверное, на 5-5,5. Ну, посмотрю. Пока еще не думала. Я сейчас своими заказами разберусь, когда, и уже перейду на вязание этого заказа. Цвет номер 007. Светло такой серый, приятный цвет, девочки. Также по тактильности не колется. Очень мягкая, прям такая очень приятная. Я думаю, в готовом изделии, в шапке она колоться, конечно же, не будет. Заказчица хочет такой объемный прям манжет, да, с подворотом, чтобы был. И потом у меня пойдут косы. Я думаю, будет прекрасная шапка получится. Очень такая красивая, объемная и, самое главное, теплая. 40% шерсти, да, то есть 20 альпака и 20 шерсти. Я думаю, на зиму будет хорошо согревать. Вот. Вот такая вот пряжа. Такая красивая, девчонки. Ну, очень она мне прям понравилась. Такая супер-супер прям. Класс. Вообще. И еще, девчонки, я вам покажу два моточка, которые я приобрела. Тоже мадам Трикот. Так, у меня там видео загрузилось. Тоже мадам Трикот, да? Смотрите, какой классный цвет. Я взяла из-за цвета. Какой, я даже не знаю, такой фиолетовый, прям такой прям красивый-красивый. Я надеюсь, камера передаст всю красоту данного цвета. Это я уже взяла себе на изделие. Ниточка вот такая вот тоненькая. Мадам Трикот Ангора. В 100 граммах 500 метров. Вот я взяла два мотка, мне как раз на кофту хватит. Тоже буду вязать либо по типу джемпера лазурь, либо по типу джемпера абрикосик в одну нитку. Такая, ну, очень красивая. Мне она очень-очень понравилась. Такая, ну, прям красота. Я из-за цвета ее купила, мне понравился цвет. Очень интересно, но тут не пишут цвет. А, вот тут написано. Цвет номер 060. По составу 40% ангоры, девчонки, и 60% акрила. Рекомендованные спицы 3,5-4. Я, наверное, и буду вязать на 3,5 спицах. Такая мягенькая, пушистая. Прям вот даже она в мотке. Ее видно, что она такая пушистая-пушистая, девчонки. Прям класс. Такая прям очень мне понравилась. Там
была такая масса большая расцветок. Но мне понравился вот такой вот винный, я не знаю даже как назвать цвет. Даже не винный, прям вот такой вот он фиолетовый. Ну, насыщенный, глубокий такой фиолет. У меня такого цвета еще нет. Вот, девчонки, ну это на когда-нибудь. Когда-нибудь я до нее доберусь. Но ничего страшного, главное, что в моей копилке появилась такая пряжа. И у меня есть теперь мадам Трикот. Женщина вяжет, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. Вот за эти 6 моточков, девчонки, мы отдали... Так. 1450, по-моему. То есть, вот, по-моему, вот эти шли по 260 мотки. И серый тоже по 260. Ну, как-то вот так. Я что-то не помню. Ну, в общем, я 1400 с копейками отдала за 6 мотков. Вот так вот. Наше затратное рукоделие. Но оно такое приятное. То есть, отдаем мы денежки. Мы радуем себя такими покупочками, да, повышаем себе настроение. И, естественно, они, ну, спонтанные. Если бы я не зашла бы в этот магазин, я бы вообще бы забыла, что мне нужна пряжа для заказа, для серой шапочки. Вот, а так вот зашли, увидели, купили. Ну, понравилось мне, очень классно. Все, девчонки, пока вот все. Если я еще буду что-то покупать, я буду в это видео добавлять. Все, девчонки, до связи. Ну что, девчонки, я продолжаю дальше снимать видео о своих покупках, да. Буду немножечко шуршать. Сегодня съездила, забрала свой заказ. Мой хомяк продолжает утепляться. И покажу, что я на этот раз купила. Открыла для себя новую пряжу, также и новый интернет-магазин, да, и решила попробовать. Мне захотелось приобрести пряжу себе небесного голубого цвета, что-то, я не знаю, розовые и так далее, цвета уже присытились. Брала что-то под процессы, ну, идеи какие-то, что-то просто. Так, вот этот вот именно цвет, да. Я взяла, ну, скорее всего, я придумала, что это будет кофточка. А какая кофточка будет, я не думала даже об этом. Ну, не задумывалась. Просто вот захотелось мне попробовать эту пряжу. Я ее не знаю, хоть она и российская, но будем надеяться, что она будет достойного качества. Я когда до нее доберусь, я обязательно... сделаю обзор этой пряжи. Значит, производитель Камтекс, наверное, воздушная, да. 370 метров, 100 граммов, девчонки. По составу 25% мериноса, 25% шерсти и 50% акрила. Я первый раз вижу такую пряжу. Воздушная, цвет голубой, номер 015. У нее рекомендованные спицы от 3 до 5. Крючок тоже самое, от 3 до 5. Пряжа мягкая. Такая она. Я даже не могу описать. И чувствуется немножко, как будто здесь есть акрил. Но и не колется она. 25 мериноса и 25 шерсти. Ну и 50 акрила. Не сильно она скрипучая, ну, даже, наверное, не скрипучая, но по тактильности, конечно, такая она, ну, я не пойму пока, да, она неопределенная. 370 метров, ну, хороший, в принципе, метраж, и я взяла ее, таких 4 моточка, девчонки, потому что я подумала, что мне на большое изделие должно хватить 4 мотка. Ну и чтобы их извязать, чтобы не оставлять. Я сразу уберу. Сейчас все сразу пошуршу, девчонки, немножко. Извините.
Дальше. У меня же есть идея фикс теперь, да? Я хочу свитер красный с оленями, девчонки. Вот хочется мне. Тут ты тресни. Времени нет на это. И когда я его буду вязать, тоже мне пока непонятно, да? Наверное, к следующей зиме. Но пряжу мне захотелось именно сейчас. Под этот процесс. Может быть, будет у меня время. В общем, я купила пряжа Alize Lana Gold Fine. Я Lana Gold такую Fine еще не пробовала в работе. И подобрала себе красный цвет. Вот такой. Он даже, знаете, он не прям красный, он такой вот, ну, прикольно красный, я даже не могу объяснить. И не кирпичный, и не ярко-красный, а вот такой вот он. Ну, классный. В общем, хороший красный цвет. Благородный, мне кажется. Цвет Alize Lana Gold Fine. Я знаю, что многие из нее вяжут. Я из нее не вязала еще. Ну вот, будем вязать. Рекомендованные спицы 2,5-4. Да. Цвет номер 56. И в 100 граммах 390 метров. То есть это у меня определенно для кофты с оленями. Белый цвет я взяла один моток. Тоже из Lana Gold Fine. Ну, чтобы по своей структуре, естественно, никаких у нас не было отличий. Итого 4 моточка Fine я взяла. Ну, она мне показалась очень даже хорошенькой. И мне ее, конечно же, захотелось испробовать, девчонки, для себя. Дальше. Сегодня вот привезла, только вот вытащила из общей упаковки. Я взяла один моток Nako Mohair Delicat. Я его взяла для добавки связать маме шапку на зиму. Я, наверное, либо соединю с пухом, у меня там есть остатки пуха козьего, либо я добавлю ее в обычную Lana Gold классическую, цвет белый. И будет такая хорошая теплая шапка. Мама у меня любит, когда я ей вяжу шапки резинкой обычной 2х2. Вот уже ходит, не вылезая из одной шапки, наверное, года 2 или 3. Прям очень она ей нравится. Хотя кучу шапок навязала ей, она вот носит только ту. Ну, вот нравится ей она. Поэтому я и хочу ее повторить, но обновить. Чисто белый цвет, чтобы был обновленный. Так. Что у меня здесь? Тут я не вскрывала. Сейчас я это сделаю. Здесь тоже. Хотя то, что это Comtex воздушная, я обнаружила дома. Только, да? Потому что я когда заказ делала, я... Девчонки, извините. Особо выбирала только по цвету для процесса. Вот это. Здесь у меня будет по планам также свитер темно-синего цвета и с белой вставкой. Тоже там, скорее всего, будут олени, звездочки, снежинки. Что-то такое с зимой связанное. Вот, на зимнюю тему. Вот тут, кстати, прикольное тоже сочетание белого цвета. Даже если с мохером его соединить. А, они отличаются немножко по цвету. Этот белый, этот более молочный. В общем, вот это для процесса также. Для цветорочка зимнего. Снежинки. Да? Когда я научусь вязать жаккард. Но я эту идею не оставляю. Это также, значит, воздушная, вот как я купила голубенькую. Также 370 метров в 100 граммах. И также, естественно, она такая пушинка. Вот даже, мне кажется, на белой пряже ее более видно, что прям она вот... Видно, не видно? Камера передаст или нет вот этот весь ее пух? Она прям такая, смотрите, пушистик. Девчонки, прикольно, я хочу сказать. Ну, посмотрим. Обязательно на нее сделаю обзор.
потестируем ее, да, отвяжу образец, постираю и посмотрим, как эта пряжа себя ведет. Я его постираю так, ну, прилично, образец, и, в общем, будем посмотреть, как она себя покажет, потому что пряжа новая, для меня неизвестная. Естественно, это российский производитель. Хочется из Подольска, хочется верить, что она будет очень хорошая, очень хорошего качества. Так, следующее, что у меня, девчонки, там была на сайте распродажа. И, естественно, как мы обойдемся, если пройдем мимо распродажи? Да? Вот я взяла 4 вот таких моточка. Итальянская, Baby Cotton, 100% египетский хлопок. Я попробую посмотреть. Взяла я ее тоже под процесс. Это уже на лето будет связано. По мастер-классу Алены Паращенко она делала, вязала дочке, мне понравилась кофточку летнюю, желтую, и снимала на него мастер-класс. И вот я по тому мастер-классу буду себе вязать. Я думаю, 200 грамм мне, в принципе, должно хватить. Потому что тут этикетка не информативная, цвет номер 137. Не написано здесь ни сколько метров в 100 граммах. Здесь, по-моему, если верить сайту, там метров 125, что ли. Могу ошибаться? А, вот, вру. 50, в 50 граммах 180 метров. Про спицы тут не написано ничего. Но я думаю, мне хватит. Вот такая нитка. Вот. 4 мотка, 200 грамм. Мне на 44-46. На 46, да, должно, в принципе, хватить. И последние два моточка, которые я вам покажу. Хотелось мне ее попробовать, и я ее купила. У нас, я здесь ее не видела в продаже, вот только хорошо, хоть через интернет-магазин. Это Газал Рок-н-ролл, девчонки. Я не знаю, пробовали вы такую пряжу или нет. Мне она понравилась, привлекает из-за вот этого блеска, да. Я обязательно из нее свяжу шапку. Такая нитка. Мне очень хочется связать такую блестящую шапочку. И не знаю, как она ведет себя в эксплуатации. То есть я никогда раньше с ней не сталкивалась, с Газалом Рок-н-ролл. Очень мне интересно. По составу 21% акрила, 70% полиамида и 9% мериносовой шерсти. В 50 граммах 115 метров. Ну, я думаю, мне на шапку хватит двух мотков. Рекомендованные спицы 4-4,5. Ну, прям вот такая вот нитка. Прям, ну, классная, девчонки. Смотрите, она прям вся переливается. Такая красота. И я вот ее увидела, когда на сайте, я поняла, что она мне нужна. И я себе свяжу такую шапочку. Вот. Все, девчоночки. Больше я ничего не покупала. Вот показала все свои покупочки. Вот такие прекрасные. Но у меня будут еще дополнения к этому видео. Чуть-чуть попозже. Мне сейчас по почте должно еще кое-что прийти. И я все равно планирую в ближайшее время, ну, ближайшие, может быть, пару недель, когда вот на этом сайте, где я заказывала пряжу, появится жаккардовый наперсток, ну, наперсток для жаккарда, я его себе куплю, и мне нужно будет купить пряжу сыну на свитер, да, он меня попросил связать ему свитер, наконец-то, вот, и я буду заказывать там пряжу, поэтому я вот те покупочки сюда еще добавлю. Так что я пока не прощаюсь, я просто выключаюсь. И в ноябре я уже докуплю и вам сниму все, девчонки, и покажу. Ну, все, пока-пока. Итак, девчонки, что я хотела еще показать из своих покупочек. Конечно же, я получила по почте свои заказанные маркеры.
Я уже в каком-то видео говорила, что я благодаря каналу Людмила Мое Вязание, по-моему, так, ну, Людочка, я ее на нее подписана, главная Людочка, я не помню, как канал называется, но, по-моему, Людмила Мое Вязание. В общем, я у нее в подписках в Инстаграме нашла прекрасного мастера. Вот визиточку, я вам ее показываю. Да? Бусинка. Авторские аксессуары, браслеты, обереги, именные булавочки, авторские сумочки. Так, девчонки, прошу прощения, у меня тут кошка, я ее не смогла выгнать. И шуршит, лазит. Вот ее инстаграм-профиль. И ссылку на ее инстаграм я оставлю, естественно, под видео, под этим. Так что вот я дождалась эти маркирочки, и они у меня уже вовсю в работе. То есть такая прелесть, девчонки. Вообще, ну такая прям красота. Я от них в восторге. Все пришло очень быстро. Пришло, мне кажется, менее чем за неделю я получила по Почте России. В обычном конвертике. Был такой пакетик. Потом был картонная упаковка. Еще мягкая упаковка. В общем, все пришло в идеальном виде. Никак не деформировалось, ничего. И мой заказ был на 4 маркирочка. Цены у бусинки вообще сказка. Пересылка прелесть. То есть вообще, ну, вот такими маркирочками вообще, ну прям вот смотрите. Красота, девчонки, прям просто вообще. Я вот от этих вот прозрачных маркирочков вообще в восторге. Вот они, смотрите, какие классные. Смотрите. Зелененький, желтенький, синенький. И какое у меня еще? Розовенькое сердечко. Вот. Я вот особенно вот от этих двух посередки, я вообще без ума. Они у меня уже в работе. Я активно использую машинку и слона. Вообще, я прям от них в полном, девчонки, восторге. Вот даже вам покажу. Вот я вяжу шапку. У меня в работе моя машинка. Я же автолюбитель, да? У меня прям под синие спицы. Смотрите, какая прелесть, да? Но ведь приятно вязать. Вообще приятно вязать красотой. Девчонки, прошу прощения. Вот как обычно, только начинаю снимать, и обязательно кто-нибудь позвонит. В общем, что хочу сказать в завершении моих покупок. Я думаю, что на этом я пока закончу, да, снимать покупки в ноябрьские, потому что я так предполагаю, что у меня будут еще покупочки в ноябре. Но об этом я уже тогда расскажу, покажу в следующем видео. Потому что вот я вяжу уже шапку, да, это из вот последней закупки, я вам даже еще не показывала. Я что хочу сказать, в общем, смотрите, как классно смотрится вот этот маркер, да, на изделии. Ну прям, ну просто вообще класс. Прям вот ты на него смотришь, и прям вот хочется вязать, вязать, вязать. И прям вообще, смотрите, ну такая прелесть. Поэтому, девчонки, переходите по ссылочке в Инстаграм, заказывайте у бусинки прекрасные маркирочки. Хотя вот это вот сопутствующие товары у нее, да, в основном она специализируется на браслетиках, оберегах, на булавочках. Очень красиво все у нее. Быстренько отвечает все и быстренько все отправляет. Все, девчонки, на этом пока все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.